Всім привіт! Це «Хроніки війни» з Тетяною Поповою. І ми обговоримо 34-й день війни з Володимиром Осєчкіним, головою ГУЛАГу.нет. Володимир, привіт! Здравствуйте! Здравствуйте вам и здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. Да, кстати, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Исландия и подписывайтесь на канал ГУЛАГу.нет Владимира, для того, чтобы распространять информацию правдивую в условиях почти полной информационной блокады в России. Владимир, первый вопрос к вам. Я посмотрела с удовольствием ваше вчерашнее интервью с бывшим руководителем спецмонтажа, работавшим на объектах Минобороны. А расскажите, пожалуйста, если можно, кратко, о чем это, и как вы вышли на этого человека, и почему вы так долго держали это интервью неопубликованным? Ну, тут скорее не мы на этого человека вышли, а он обратился, этого человека зовут Сергей Храбрых, и действительно он в полной мере соответствует своей фамилии, действительно очень храбрый человек, который обратился к нам еще в 2021 году, менее года назад, но большой был период, когда он находился в очень сложном положении в ситуации. Он находился в одной из европейских стран, и российские спецслужбы пытались организовать его абсолютно заказное уголовное дело, преследование, направляли материалы в Интерпол, в Лион, с тем, чтобы Сергея экстрадировали в Россию. Ну и понятно, что его там бы ждали пытки, убийства, вот, и ему бы таким образом заткнули рот. Сергей обратился к нам, он сказал, что он обладает действительно важной доказательной базой о коррупционных схемах, о нарушениях при государственном оборонном заказе, при госзакупках. И те суммы, которые он озвучил нам, они поначалу показались даже несколько фантастичными, но после того, как наши эксперты внимательно изучили материалы и документы, мы действительно поняли, что это очень серьезный источник, очень серьезный инсайдер. Это человек, который сначала сам проходил службу в центральном аппарате Министерства обороны, а потом на протяжении длительного периода времени работал с Министерством обороны и с ФСО, и компании, которыми он руководил, и те проекты, в которых он принимал непосредственное участие, это действительно речь идет о десятках миллиардах рублей, и человек в теме, в материале, и более того, он и его компании, в которых он работал, либо был одним из соучредителей, принимали участие в абсолютно реконструкции, строительстве разных объектов. Это и база для так называемых «Искандеров» под Улан-Удэ, это и секретная радиолокационная станция в Калининграде, которая по документам значится для одних целей, а на самом деле предназначена совершенно для других незаявленных целей, в случае чего там подавление сигналов в радиусе тысяч километров, по сути дела, да, там, глуша Европу. Это и станция подводных лодок в Гаджиево, это и военный стратегический запас, это строительство складов для боеприпасов в Киржаче, это Владимирская область, непосредственно для московского гарнизона, там находится огромное количество вооружений и так далее. Это и реконструкция, и строительство, участие в строительстве 333-го центра боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации в Мулино, где, собственно говоря, и Западный военный округ Министерства обороны и тренировал тысячи и тысячи солдат, штурмовиков. А можно подробнее остановиться на этом Мулино? Потому что у нас есть оттуда изображение, которое вы нам прислали. Если можно, расскажите, что это, как, то есть я так поняла, что это там, где они готовились к вторжению в Украину, правильно? Да, совершенно верно. Это один из самых современных центров по подготовке военных, где внутри вот этих помещений установлены десятки тренажеров, которые в режиме 5D работают. И эти тренажеры закупались изначально у немецкой компании в Европе. Вот. Но потом, когда Ангела Меркель лично приняла решение, ввела санкции против Российской Федерации и заблокировала эту сделку, тем не менее, в общем, путем
коррупции и хитрых схем Министерство обороны, тем не менее, через третьи страны смогло закупить и оснастить этот центр боевой подготовки. И там вот эти тренажеры, которые вы сейчас показывали на экране, они имитируют управление танками, десантными машинами, БТРами и так далее. И вот в этом центре, оснащенном по последнему слову техники, который, по сути дела, Министерство обороны смогло построить в обход санкций, в том числе с использованием коррупции, в том числе с использованием огромного массива денежных средств, вот, они действительно в этом центре на протяжении длительного периода времени, теперь мы это уже окончательно понимаем, тогда у нас были предположения, вот, теперь мы понимаем, что действительно там готовили огромные силы, и эти силы тренировались не для обороны, а для нападения. Вот. И я все-таки, да, доскажу историю про Сергея, почему? Потому что очень многие люди, вот кто мне вчера вечером позвонили, в том числе журналисты, они спрашивают: Владимир, ну как же так? Вот вы же сами говорите, что вы получили эту информацию от Сергея летом 2011 года про то, что чуть ли там не 37-й год нас ждет, и что силовики на протяжении нескольких лет готовятся к этому. Вы эту информацию не опубликовали. У нас существует протокол безопасности, если к нам человек обращается, находясь в ситуации риска, ну, как, например, Сергей Савельев, который вывозил секретный архив, у нас есть определенная программа по эвакуации, по оказанию юридической и не только помощи для того, чтобы обеспечить безопасность этого человека. Так вот, Сергей Храбров, когда к нам обратился, он действительно предоставил нам огромный пакет документов, материалов, дал подробное 8-часовое интервью на протяжении нескольких дней подряд. Мы снимали показания, в том числе вот вчера мы опубликовали первую часть, это показания относительно коррупции в Министерстве обороны. Мы еще пока не ушли в сторону там ФСО и мэрии Москвы. Так вот, изначально он находился в зоне риска, потому что на тот момент были задействованы международные процедуры. Российская Федерация злоупотребила своими полномочиями и попыталась с помощью фейкового уголовного дела Сергея вернуть в Россию с тем, чтобы, ну понятно, заткнуть рот, прекрасно понимая, какую ценность представляет информация, которой обладает Сергей. И дальше уже в дело включилось настоящее европейское правосудие, наши коллеги-адвокаты. Здесь надо отдать должное, парижские адвокаты отработали на 5 с плюсом, я просто снимаю перед ними шляпу. Они действительно смогли по полочкам разложить сначала в Интерполе всю историю, и Лион, штаб-квартира Интерпола в Лионе прекратила розыск Сергея. А потом в дальнейшем уже здесь включились юридические процедуры во Франции. И меня, например, поразило то, как мне адвокаты рассказывали выступление прокурора. То есть, как правило, судья принимает решение об экстрадиции, а прокуратура все-таки она поддерживает номинально позицию обвинения о необходимости выдачи. Так вот, в данном случае здесь, в Бордо, прокуроры, наоборот, выступили с пламенной обвинительной речью, где они выступили на стороне правосудия и Сергея Храбрых, и где они подробно расписали, какое количество нарушений допустила Российская Федерация при оформлении и подаче документов на экстрадицию этого человека. И вот теперь, только когда уже окончательно вопрос с экстрадицией в Россию Сергея Храбрых снят, когда он находится в определенной безопасности, в определенной, скажем так, в ситуации правовой безопасности, да, когда уже исключен вариант, что этого человека Российская Федерация заполучит и сможет там запытать или убить на территории России, тогда уже мы по согласованию с ним, с его разрешения, по согласованию с его адвокатами, мы начали публикацию вот этих вот уникальных материалов. А что лично меня поразило, когда я отсматривал перед публикацией видео повторно, ну понятно, что изначально меня поразили там суммы, о которых он говорил, про миллиардные хищения, объем информации, к которой он имел допуск, и уровень гранд-коррупции в центральном аппарате Министерства обороны. Но когда я вот пересматривал сам перед публикацией это видео, я просто поймал себя на мысли, что я упустил самое важное. Он сказал, что когда Сергей летел на один из объектов в вертолете вместе с первым заместителем министра обороны Русланом Цаликовым и замминистром обороны Тимуром Ивановым, это такие два главных коррупционера при Сергее Шойгу,
Так вот, они ему сказали, когда Сергей сказал, что, слушайте, ну сейчас вот вы так предпринимателей там плющите, прессуете, какой-то у нас, знаете, 37-й год. Они ему сказали, что да нет, Сережа, какой 37-й? Сейчас 33-й, 34-й. А 37-й будет через 2-3 года. И вот когда он все это нам рассказывал в начале второй половины 2021 года, это воспринималось, ну, как образное выражение вот тех репрессий, которые на тот момент были в России. Но сейчас, вот уже в конце марта 2022 года, я понимаю, что генералы, вот общаясь с ним так тесно и доверительно, они не скрывали, что у них действительно у вот этих силовых генералов Владимира Путина был подготовлен такой большой сценарный план и по поводу войны, и по поводу закручивания гаек и блокировки интернета, закрытия социальных сетей, выдавливания правозащитников, оппозиционеров и журналистов из России, либо их арест и тотальное подчинение. То есть у них действительно была такая большая, полноценная программа по построению Советского Союза в версии 2.0, тоталитарного государства, которые они методично шли. Сначала строили учебные центры, готовили армию, пропаганда параллельно работала постепенно по фашизации населения и по настрою населения против Украины, с вбросом вот этих фейков по поводу того, что якобы там в Украине нацизм и так далее. То есть, в общем, это действительно была такая у них большая стратегическая программа. И при том, что мы многие видели какие-то пазлы, но я, например, да, старался разоблачать пыточные конвейеры, видя, что я последние 1,5-2 года говорил, это же самый настоящий фашизм, то, что они внутри России устроили. Не в Украине нацизм, а в России фашизм, потому что сформированы пыточные конвейеры, сформированы целые бригады вот этих КПО, как в концлагерях Третьего Рейха, когда уже люди расчеловечены, и когда они готовы по команде кураторов СФСБ и ФСИН бить, пытать, насиловать и убивать других заключенных. Это уже происходило в России. Но мы видели большое, как говорится, видится на расстоянии, но мы этого не смогли увидеть, вот всего вот этого пазла. То есть мы могли предполагать, но в результате, вот это вот меня просто, когда я смотрел это видео, мне это осенило. То есть он мне это сказал в конце лета, в начале осени 2021 года, о том, что впереди все, вот, и действительно, буквально, вот, ну, больше полугода прошло, страшная война, тысячи человек убиты, и действительно Россия сейчас идет просто прямиком в сторону фашизма. 37-й год. Абсолютно, абсолютно. Владимир, я бы хотела, если можно, все-таки уточнить, а через кого, по каким схемам воровали деньги в Министерстве обороны ГШ, потому что не все смотрели ваше видео, но я рекомендую посмотреть, там почти час, очень подробно описано все. И что это за схема контрактов НЗП, если можно, и какова роль Тераванесова из ВТБ, да, и Тимура Иванова. Я так понимаю, что он племянник Сергея Иванова, которого когда-то прочили наступником Путина, как это по-русски, следующим после Путина. Правильно я понимаю? Да. В части их родства я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Я, например, считаю, что если тот Иванов, он вроде как настоящий Иванов, то этот Иванов, мы сейчас копаем материалы, мне кажется, что у него измененная фамилия, у него как раз корни вот ближе туда, в сторону Тераванесова, потому что, ну, и по физиономии, ну, не суть. У него мама лезгинка, насколько я понимаю. Вот мы нашли фотографию Иванова, да, здесь, с женой новой и Тераванесова. Да, это вот, ну, с учетом того, да, то есть, в общем, Иванов, он постольку поскольку, как бы, да, скорее там для того, чтобы пройти в Министерство обороны. Но, по сути дела, в общем, если проанализировать всю эту преступную схему, то перед нами самая настоящая мафия. Причем это мафия, которая по масштабам перекрывает и нью-йоркскую мафию 20-30-х годов прошлого века, и сицилийскую мафию. Абсолютно. По масштабам хищений, по полномочиям, по тому, насколько они смогли коррумпировать и департамент военной контрразведки ФСБ, превратив его в службу безопасности этой мафии. И по поводу, как они смогли коррумпировать главного военного прокурора Петрова и, соответственно, дать ему на откуп несколько фирм, которые там будут реализовывать коррупционные схемы. Так вот, что касается вот этой гигантской аферы, так называемой НЗП, незавершенное производство.
Значит, насколько мы разобрались и проанализировали, значит, получается следующее. Вот этот Тимур Иванов, это на самом деле такой бизнесмен решала, который мне очень сильно напоминает уже арестованного и осужденного Олега Коршунова, которого когда-то в 2012-2013 году чекисты привели в Овсин на позицию главного финансиста. Надели ему красивые погоны, дали большие полномочия и дали возможность реализовывать многомиллиардные мошеннические коррупционные схемы, чтобы похищать денежные средства. Потом, использовав его как резиновое изделие номер два, они его выбросили. Сейчас он уже в исправительную колонию отправлен и осужден. Но через него тогда, через Коршунова, собирали и выводили гигантские денежные средства, выделяемые на гуманизацию тюремной системы. И тогда, когда вот очень многие сотрудники в СИН со мной общались, они мне говорили, это какая-то комедия. Привели к нам клоуна, надели на него какие-то генеральские погоны. Он, в общем, исполняет абсолютно очевидно коррупционные схемы, разваливая службу изнутри. Но сейчас понятно, для чего его использовали. Вот Тимур Иванов – это такой же Олег Коршунов. Но подождите, Шойгу уже не в первой компании государственной работает. Он с ним переходил вместе. То есть это человек Шойгу. Да, совершенно верно. Это такой... Его даже слово «коммерсант» его невозможно назвать, потому что это самый настоящий решал. Это не коммерсант. Коммерсант – это те, которые зарабатывают деньги, платят налоги. А этот не коммерсант, это человек, который умеет брать бюджетные средства, окружать тот госорган, куда он внедрен аффилированными компаниями, выстраивая свои схемы, и через них выводить гигантские денежные средства. Да, действительно, они поработали вместе с Шойгу и покуражились сначала в Московской области, когда Шойгу был губернатором Московской области непродолжительное количество времени и после себя оставил ставленника Воробьева, сына одного из своих подчиненных. Вот. А дальше уже они, в общем, перебрались в Министерство обороны, и то, что они умели делать по выводу денежных средств из МЧС, из Московской области, дальше уже, с учетом того, что у них в руках оказалось самое большое, самое богатое там, федеральные органы исполнительной власти, армия, вот, с триллионными бюджетами, дальше уже ребята начали реализовывать все свои тайные мечты. И, в общем, самая банальная схема, которая на самом деле очень легко проверяется, и если бы в России были независимые следствия, суд и ФСБ действительно работал так, как должно работать, то давно бы уже и Шойгу, и Цаликов, и Иванов бы уже сидели в камерах Лефортова. Владимир, а Тереванес, он из ВТБ-банка, вице-президент, а ВТБ-банк это Путин, правильно? Это путинский банк? Конечно, и Путин, но в целом российская силовая элита, они к этому банку имеют прямое отношение, многие отставные генералы ФСБ занимают позиции вице-президентов в этих банках. Так вот, что касается вот этого Тереванесова, вы правильно озвучиваете, это все такой будущий список, вот мы сейчас формируем под полноценное международное расследование, под санкции, потому что это мафия, это решалы. Что касается конкретно этого Александра Борисовича Тереванесова, то это человек, который сейчас проходит параллельно у нас не только по расследованию, связанному с показаниями Сергея Храбрых, но и по расследованию, которое нам сообщает один из источников ФСБ, раскрывая в подробностях гранд-коррупцию в службе экономической безопасности ФСБ России. И у нас есть по фамилиям имена, фамилии, отчества, должности целого ряда начальников отделов, департаментов, замначальников, начальников управлений, которые как раз выстраивали коррупционные схемы с помощью наркотиков, шантажа, компромата, гомосексуальных связей и так далее, сформировали достаточно серьезную сетку завербованных агентов в Государственной Думе Российской Федерации и в Совете Федерации, это Верхняя Палата Российского Парламента.
Так вот, и у нас действительно есть информация о том, что целый ряд высокопоставленных и депутатов, которые занимали позиции председателей комитетов Госдумы там, по промышленности, по экономике и так далее, и аналогичные персонажи из Совета Федерации, они, по сути дела, были на тот момент уже завербованными негласными агентами Федеральной службы безопасности. Как это отдельная история, и мы покажем в ближайшие дни, скрытые съемки, как это происходило, как оперативники получали доступ к их мобильным телефонам и переснимали с экрана содержимое их мобильных телефонов, где видно, как они регулярно покупают кокаин, ищут его в закладках, как они куда переводят денежные средства. Это все у нас есть. Мы понимаем, у нас вот эти инсайды, которые пошли в последнее время, они действительно имеют важнейшее значение для того, чтобы понимать, как работают российские спецслужбы, и что они работали не в интересах российского народа, а что те люди, которые были наделены спецполномочиями, колоссальной властью и доступом к оперативно-розыскной деятельности, в реальности каждый из них выстраивал какие-то свои коррупционные схемы для того, чтобы купить несколько коттеджей в Подмосковье, чтобы купить какую-то квартиру в Испании, чтобы ездить на дорогих иномарках и так далее. Они торговали родиной. Вот. Это самый настоящий предатель. Да, Иванов действительно своей жене, по-моему, и подарил и Астон Мартин, и Бентли, и там какие-то список машин, да? Просто какой-то сносящий крышу. Непонятно, да. Зачем одной женщине такое количество машин. А, Владимир, но по идее для Украины они как бы, ну, из-за того, что они разворовывали российскую армию, мы имеем сейчас вот то, что происходит с техниками, когда к нам заезжает танковая колонна, а там 4 вида разных танков. И когда ракеты «Искандеры» летят, и часть из них просто, ну, падает. Так что, может, ну, да, Украина... Нет, можно, как можно, вы оцениваете, можно... как это повлияло на войну вот сейчас? Это коррупция. Ну, очевидно, но мне кажется, это сейчас всему же миру очевидно, состояние российской армии и то, что они пытаются взять огромным количеством погибших и просто не жалеют ни людей, ни техники. По большому счету, как я это вижу, им нужна была война для того, чтобы скрыть масштабные хищения. То есть вот, судя по той информации, которую мы получили от целого ряда источников и соединив это все в одно, сходится следующее, что ко второй половине 2021 года у команды Шойгу, в том числе у Иванова, который курировал вот эти коррупционные схемы, которые вчера Сергей Храбрых подробно раскрыл, как все это реализовывалось, они подошли к черте, когда они поняли, что, возможно, впереди будут аресты, задержания, позорные отставки, уголовные дела, камеры в СИЗО Лефортово. Ну и очевидно, что разрушение клана Шойгу, лишение власти, конфискация денежных средств и так далее. И поэтому это как раз основные, как я вижу по аналитике, бенефициары вот этой войны. И именно их подчиняющаяся Шойгу разведка снабжала Путина каким-то количеством вот этих нереальных комиксов-страшилок по поводу того, что Украина сейчас на нас нападет и что нам надо что-то сделать на опережение. То есть они взяли вот этого пожилого, амбициозного и, в принципе, уже выжившего из ума старика и погрузили его еще больше какой-то ад с помощью лживых рапортов и отчетов. Ну и, собственно говоря, дальше вот то, что вы сейчас на кадрах видите, огромное количество техники, которое заезжает в Украину, они, если, судя вот по тому, что я читаю, огромное количество этой техники является просто, знаете, колеса, двигатель и коробки. И внутри никакой серьезной техники, которая там должна быть, там нет. То есть и сейчас вот на эту войну эта мафия пытается списать колоссальные деньги, миллиарды рублей, те, которые были украдены. То есть значились по документам, что это автомобиль оснащен супер какой-то электроникой. На самом деле мы видим, стоит пустышка джип, который приехал, там в него попали, никакие системы безопасности, там предупреждения не сработали, ничего. И вот мы видим этот огромный автопарк автомобилей изуродованных и таких автомобилей пустышек. Мы видим, насколько неточно и некорректно работает вооружение, те же самые ракеты, бомбы, когда они попадают и убивают мирных жителей. И, конечно, тот идеальный план, который они придумали и рассказали Путину, что вот сейчас, с одной стороны, они за 3 дня дойдут и танки будут стоять уже в Киеве, с другой стороны, было огромное количество лживой аналитики по поводу того, что в Украине
их ждут чуть ли не как в Крыму, где вот прям хлеб-соль, и ни один человек не будет воевать за родную землю, и все обрадуются, еще и выйдут 2000 человек в каждом крупном городе спортивных телосложения бойцов, которые будут помогать захватывать этот город, и выйдут там 5-6 тысяч человек в каждом крупном городе, тут же с флагами, как по команде, с российскими, с транспарантами, и будут проводить манифестации такие пророссийские, пропутинские, с тем, чтобы создать красивую картинку для западных медиа, что сказать, вот смотрите, да они там чуть ли там не все хотят стать опять частью там Советского Союза, там нынешнего там варианта Российской Федерации. Но это все были гора лживых отчетов, лживых спецдонесений, которые формировались для того, чтобы началась вот эта война, чтобы на войне, с одной стороны, списать гигантские, просто гигантские хищения, а с другой стороны, с помощью войны решить самую главную кадровую задачу – удержаться у власти. Потому что, еще раз, Иванова, вот этого Тимура Иванова, его вызывали на допросы. И судя по тем источникам, которые нам сообщали, на одном из допросов, извините уж за подробности, но источник сообщает, что он там обмочился от страха, потому что он думал, что его закроют в камеру. Вот. И, конечно, да, при том, что когда мы видим, какие у него красивые фотографии, пресс-служба, нанятая им за деньги, вот эти вот пиарщики, когда его там сопровождают, как чуть там не маршала. Если посмотреть на этого Иванова, на него боевые офицеры смотрят, как на клоуна, потому что он напяливает мундир, и на этом мундире реально какие-то непомерного объема маршальские звезды по размеру, наверное, даже больше, чем у самого Шойгу. Вот, то есть его там, и он там платит пиарщикам и политтехнологам за эту историю. И для простого российского там офицера и солдата, когда они реально вот увидели вчера в видео вот эти фотографии шикарной жизни, где у него там жена с силиконовой грудью, с огромным декольте, где образ жизни миллиардера, и когда они услышали реальный рассказ человека, который сначала проходил службу, а потом работал и знает это все изнутри и рассказал, как есть. Вчера, по сути дела, да, в прошлом офицер российской армии рассказал о масштабнейшей коррупции. И на этом фоне вот эти вот ребята, которых там с каким-нибудь там пакетом старых макарон из госрезерва, значит, отправляют на передовую к вам, абсолютно незаконные вероломные приказы. А с другой стороны, вот эти миллиардеры, у которых в России дворцы отстроены, вертолеты. И в тот же самый информация там у того же Иванова в Европе, и в Англии, в Лондоне, где он там бывал, и так далее. Огромное количество объектов недвижимости, которые записаны на подставных лиц, на дальних родственников, на дальних друзей. То есть они сейчас пытаются... У него там даже в Мексике дом, если я не ошибаюсь, и в Европе. И предъявлена претензия, что жена его слишком много времени проводит за границей, и может быть там завербована, кстати. Я даже такое прочитала. Понятно, что сейчас я не удивлюсь, что тот же Иванов и вот те команды, которые там с ним, там Иванов, Тераванес, все остальные, я не удивлюсь, что они побегут. Тот же самый Тераванес, он уезжал в Лондон, чтобы было понятно, и он готовил им там плацдарм. Когда был риск того, что Иванова отправят в отставку и будут задержания, Тераванес жил какое-то время в Лондоне, и они создавали определенную подушку с помощью денег, скупая дорогие квартиры, инвестируя в какие-то доходные бизнесы, с тем, чтобы готовить отъезды. Я не удивлюсь, что когда-нибудь они сбегут, и они будут рассказывать, что на самом деле мы были вашими агентами, поэтому, пожалуйста, не надо нас под санкции, не надо нас возвращать в Россию. Да, то есть, ну, это реально то, что сейчас начнет происходить, это история с карточным домиком. Вот, где сейчас все вскрывается, и сейчас с каждым днем, с каждой неделей все больше и больше инсайдов, и очевидно, что из ФСБ пошла огромная информация, огромный слив информации. Почему? Потому что все они на самом деле поняли, что вот эта мафия, которая контролировала и армию, и ФСБ, они загубили страну, Россию, и они сейчас делают страшные вещи, убивая тысячи украинцев и убивая тысячи российских солдат. И сейчас вся пелена... Владимир, а я хотела все-таки уточнить, потому что вы так говорите, что вот это там лично вина Тераванеса и этого Иванова, но реально, вот если этот человек работал как карман, да,
Шойгу, ну, он, мы все знаем, что он коррупционер, тот, который брал взятки, условно говоря. Вы что думаете, Шойгу его просто так за собой водил по нескольким государственным структурам, да, своим замам? Ну, это, он же явно должен был тоже с ним делиться. Или вы думаете, он не делился? Да нет, конечно. Но это, конечно, кошелек Шойгу. Но, конечно, это вот Цаликов и Иванов, это два кошелька основных по Министерству обороны Сергея Шойгу. И я более того скажу, что часть коррупционных схем в глазах того же Путина они легализовывали. И объясню. Они прекрасно понимали, что их коррупционные схемы, они уже стали предметом проверок по линии Счетной палаты, ФСБ, Генпрокуратуры и так далее. И они как раз заранее приготовили себе какие-то определенные, ну скажем так, оправдания для этой всей истории. В частности, ряд коррупционных схем. Частные они, военные компании, правильно я понимаю? Вот правильно. Зрите в корень, очень грамотная профессиональная аналитика. Действительно, Россия и Путин создали вот несколько так называемых частных военных компаний, которые, конечно же, никакие не частные, которые подконтрольны, координируются Минобороны и ФСБ, и непосредственно Владимиром Путиным. Но для того, чтобы осуществлять их скрытое государственное финансирование, они как раз и разработали вот эти вот триллионные схемы хищений с НЗП, когда нужно построить, если в двух словах, чтобы все-таки раскрыть в эфире, вы меня спрашивали про эти НЗП, чтобы было понятно, нужно построить какой-то объект. К примеру, вот тот же самый центр боевой подготовки с полигоном там, в 500 квадратных километров, с огромным количеством корпусов и так далее. Выделяются миллиарды рублей, ставится на тендер. И сначала нанимают добросовестную компанию, которая впервые сталкивается с Министерством обороны, которая думает, что ну, сейчас-то вот они сделают красивый объект и заработают свои там, 5-7% маржи. Выплачивается аванс порядка 20%. И большая компания, которая располагает мощностями, строительными мощностями, финансами, набирает кредитные линии в надежде, что с ними расплатятся до конца, и начинают реализовывать объект, выходя за эти 20% аванса. И, по сути дела, выстраивают там, 50, 60, 70% от необходимого объекта. В некоторых случаях, которые мы с Сергеем разбирали, было построено до 90% готовности объекта. Потом в одностороннем порядке Иванов, замминистра обороны, инициирует разрыв этого контракта по формальным причинам. Контракты изначально юристы Минобороны составляют таким образом, чтобы Минобороны в одностороннем порядке с уведомлением за 10 суток могла разорвать абсолютно любой контракт. Предприниматель находится в шоке и не понимает, что происходит. В это время его, с одной стороны, берут в оборот чекисты из департамента военной контрразведки ФСБ, которые являются крышами вот этой вот схемы, и начинают запугивать, кошмарить предпринимателя, находя какие-то там минимальные разночтения и так далее. В это самое время Иванов заключает на дострой этого объекта договор, уже с аффилированной с ним компанией. Минобороны акцептует и принимает у первой компании там 10, 20, 25% от объекта, при том, что уже почти весь объект построен. А дальше уже по документам образуется, что якобы гигантский недострой. И там существуют шифры и отдельные статьи бюджета. Так вот, в Министерстве обороны на дострой, недостроя, на реконструкцию, на переремонт выделяется денег в полтора раза больше, чем выделяется на изначально строительство объекта. Поэтому здесь в данном случае вот эти вот темы с НЗП, с незавершенным производством, это те схемы. То есть изначально они по всей стране сотни крупных гигантских объектов сформировали, построили за счет вот доверчивых предпринимателей, которых очень многих кинули, посадили по формальным основаниям, используя заказные уголовные дела и подконтрольную силовикам систему правосудия. А дальше расписали между своими там, тремя, четырьмя, пятью аффилированными с ними компаниями дострой, заплатили им за то, что уже на самом деле построено, причем заплатили по стоимости в полтора раза выше, чем изначально это стоило у первых предпринимателей. Таким образом, из бюджета выведены деньги на одни и те же объекты по двум разным шифрам, по двум разным статьям бюджета, выделены деньги в два раза больше сметы,
И, конечно, львиная часть этих денежных средств, там до 80%, она выходила в обнал, обналичивалась и направлялась туда, куда указано Тимуром Ивановым, Шойгу и Цаликов. Ну и очевидно, что часть денежных средств действительно передавалась на вот эти так называемые ЧВК, и, по сути дела, было такое скрытое, тайное финансирование. А с другой стороны, с учетом того, что это коррупционные схемы, конечно же, они не 100% похищенного тратили на эти ЧВК. Туда уходило там формально там 3-5%, чтобы, если что, можно было там прикрыть документы с помощью ФСБ любого уголовного дела о конкретном факте хищения и коррупции. А основная масса денежных средств, которые исчисляются более триллиона рублей, это десятки миллиардов. Это сколько в долларах, чтобы наши зрители вы знаете, из Украины поняли? Я взял... Да, есть две разные методики оценки вот этих хищений. Значит, вот максимальная оценка хищений составляет более 8 триллионов рублей. Мы переводили в доллары, это более 100 миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки. Это гигантские деньги. Это за какой срок, извините? За последние более чем 6-7 лет, вот ежегодно, в общем объеме. 100 миллиардов долларов, да. Да, это деньги, поэтому это гигантская мафия, которая обладает огромным ресурсом, которая вот так вот на раз-два покупала и главного военного прокурора, и начальника департамента военной контрразведки, и проверяющие органы, и у которых есть целый ряд своих адвокатов и юристов в Европе, которые им помогают отмывать денежные средства. Там и через недвижимость счета, и через акции, и через там криптовалюту. Это действительно гигантские денежные средства. Вот. И поэтому, когда в конце прошлого года над ними нависла угроза разоблачения, ареста, конфискации и утрата доверия президента Шойгу, значит, так как Шойгу уже себя видит там преемником или как минимум там вторым человеком в государстве, здесь у них просто не осталось варианты и выборы, и они реализовали вот этот абсолютно чудовищный, вероломный сценарий с войной против неких придуманных нацистов. А что касается вот этой огромной пропаганды, которая сейчас в России идет, нужно понимать, что вот из этих денег, которые были похищены, оплачиваются вот эти политтехнологи, пиарщики, вот эти ботафермы в съемных квартирах, которые сейчас в эти месяцы там стараются погрузить обычного там простого россиянина в какую-то вот эту апокалиптичную историю того, что там нацисты, и каким-то образом это оправдать. Это все и пропаганда, и все, это все коррупция, это все история финансирования, это все профинансировано деньгами, которые у россиян украла вот эта мафия. Да, вот. А потом, конечно, хоронят некоторых военных прямо в мешках, которые они прислали нам. Знаете, мешки для мусора прислали. А, Владимир, я хотела уточнить. Вы так сказали, что вот поэтому оружие там не такое точное. Всем известен этот жуткая трагедия, когда бомбу, старую бомбу действительно, авиабомбу, сбросили прямо на Мариупольский драмтеатр, где огромными буквами спереди и сзади драмтеатра было написано «Дети». И сегодня, кстати, появился материал Russia Today, как ни странно, где они снимают уже изнутри, и журналист в конце сюжета говорит, да, судя по тому, что нет ни касок, ни бронежилетов, это были гражданские. Не знаю, удалят они это видео или нет, я выложила на всякий случай у себя на канале, в телеграм-канале будет ссылка, я думаю, под этим видео, но... Что интересно, что вы думаете, что это, они ошиблись, или все-таки это была умышленная бомбардировка драматического театра, где скрывались гражданские люди от бомбардировок? Я думаю, что здесь не нужно переоценивать всю силовую систему, что там настолько все прям подконтрольно, и настолько... там огромная беда с информацией, с принятием решений. Огромное количество решений принималось хаотично у них в эмоциях. И, ну, еще раз, этому нет оправдания. Точно так же, как вот тому, что произошло в Мариуполе, нет оправдания. Точно так же, как, знаете, вот очень важно мне какую мысль озвучить. Российская пропаганда делает все возможное, чтобы сказать, что вот у нас мы мирных не хотим трогать, мы только против военных. И таким образом пытаются оправдать вот в глазах русскоговорящего населения, по крайней мере в России, ситуацию того, оправдать
то, как они убивают украинских военных. Но здесь очень важно понимать, что украинские военные – это такие же люди, как мы с вами. И они находятся на своей родной земле и защищают свой родной дом. И поэтому не может быть никакого оправдания тому, что вот эти вот российские военные сейчас, да, выполняют абсолютно незаконные приказы мафиозного руководства, уничтожая. И здесь эти мирные, а эти в форме. Но эти в форме, они у себя дома, они у себя в родном городе, родную землю, родных людей защищают своих. Поэтому здесь я не хочу... Сейчас очень много идет разделения, вот военных как будто бы можно убивать, а вот мирных нельзя. Да никого нельзя убивать, нужно остановить немедленно эту войну, а этим российским военным нужно просто одуматься, вынуть голову из задницы и вернуться домой, и разобраться, что у них дома происходит. У них дома пыточные конвейеры эти фашистские в Саратове, в Иркутске, в Красноярске, где людей массово насиловали под видеорегистрацию, когда им пропаганда последние годы, знаете, внедряла историю. Знаете, они даже Европу называли, знаете, как гейропа. Ну, как бы по смыслу, что сплошь и рядом геи, и вот буквально ты, знаешь, наклонишься, там шнурок завязать, тебя раз, сзади кто-то подбежит, и там тебе что-то в задний проход вставит. Да нет, это все, это мифы, в которые погрузили тех людей, которые не, просто смотрели телевизор, пили пиво и щелкали пультами по этим, извините за выражение, говноканалам. А в реальности у них под носом были организованы вот эти садомитские пыточные, где снимали на видеорегистрацию, как людей по очереди вот эти капу насиловали. И насиловали не только швабрами, они насиловали их половыми членами, они им там разрывали задние проходы, снимали все. И это все происходило в Саратове, в Иркутске, в Красноярске. И это нужно россиянам и всем русскоговорящим объяснять, что не в Украине был фашизм, а этот фашизм был и есть до сих пор в России. И вот эти капу, расчеловеченные заключенные, когда их вербовали путем там интриг, шантажа, запугивания, и они теряли человеческий облик и превращались в тех, кто готов по приказу других бить, пытать и насиловать. И почему для Путина морально он принял это решение о войне, погрузившись вот в это вот болото лжи и лживой аналитики? Потому что его образ защитника консервативных ценностей, поборника семейных ценностей, он был разрушен начисто в прошлом году вот этим разоблачением пыточных конвейеров, когда мы всему миру показали, что у него там садомия, что у него там пытки, групповые изнасилования, когда сплошь и рядом одни мужики насиловали других мужиков под видеорегистрацию, передавая это третьим мужикам в погонах ФСБ и ВАФСИН, которые все это курировали. Они были в прошлом году, под конец года, были настолько деморализованы, что ряд ФСБшников нам обращались, писали письма и стали нашими источниками, потому что они говорят, вы делаете большое великое дело. Мы сами не знали, что у нас вот этот департамент, который контролирует тюрьмы, что они там создали вот этот фашизм в 21 веке, самый настоящий. Поэтому здесь я, конечно, понимаю, что Россия, российская вот эта мафия, они тратят ежедневно миллиарды и миллиарды для того, чтобы пытаться каким-то образом спасти ситуацию информационно и каких-то придумать придуманных абсолютно нацистов и фашистов в Украине. Все это делается для чего? Для того, чтобы отвлечь от того, что в России произошло. А в России к концу прошлого года рейтинг самого Путина, он рухнул. Потому что он всегда людям объяснял, что он защищает консервативные ценности и там гейропа. А люди-то поняли, что нет никакой гейропы там. Гейропа, она вот здесь, в Саратове, вот ЭБ-1, в Иркутском СИЗО-1, где более 100 человек изнасилованы, запытаны только в одном следственном изоляторе, только за полгода. Там вот у нас сейчас есть процессуальные материалы из Следственного комитета России, так там только в одной пресс-хате шестеро так называемых вот этих боевых петухов, или как их называют, группа А, Альфа, среди тюремщиков, они их считали, что это наш спецназ такой тюремный, которые могут любого там насиловать. Только за один месяц, за октябрь-ноябрь 2020 года, в одной камере было изнасиловано по очереди более 20 человек.
6 человек, работая на ФСИН и ФСБ по секретному контракту, находясь в статусе так называемых униженных петухов, когда им забрасывали поочередно по одному человеку, они их били, связывали, подвешивали вниз головой по двое суток, разрывали им кишечники кипятильниками, швабрами, заливали им туда чили-перец и по очереди их там насиловали в хвост и в гриву. Вот что реально происходило в России. И поэтому Путин, прекрасно понимая, что на Запад уехал очень большой массив, 2 терабайта вот этого секретного архива в СИН и ФСБ с пытками. Он прекрасно понимал, что его служба внешней разведки докладывала, которая за нами, конечно же, следит и пытается вскрывать наши почты, переписки. Они знали, что целый ряд крупнейших мировых телекомпаний готовит не просто сюжеты, которые они выпустили в конце прошлого года, а что на 2022 год, на первую половину, готовится к публикации несколько гигантских документальных фильмов. Его ФСБ и служба внешней разведки зафиксировала, что журналисты самых крупных телекомпаний опросили и сняли огромное количество видеоматериалов в Иркутске, в Саратове, в Красноярске с огромным количеством избитых, изнасилованных. И они понимали, что на широкие экраны в 2022 году выйдут вот эти большие картины, и художественные, и документальные, которые просто покажут, что весь режим Путина был выстроен на лицемерии, коррупции, лжи и реальном фашизме и изнасиловании в прямом смысле этого слова своего собственного населения. И он понял, что через несколько месяцев его рейтинг, он не просто там рухнет, а он обнулится, уйдет в жестокие минуса, и глубинный народ, который до этого его там одобрял, потому что они вроде как за консервативные ценности, он понял, что народ прозреет, и тогда действительно можно сколько угодно там давать автоматов росгвардейцам, но когда народ придет с вилами, придут миллионы, и при том сами росгвардейцы осознают, что там у него в этих пыточных тюрьмах происходило, будет действительно революция, его на вилы поднимут. Поэтому они и начали вот эту историю сейчас, чтобы информационно переломить ситуацию. Перебить. И вот те же самые, я вот сейчас последние несколько недель общаюсь с журналистами из съемочных групп, которые готовили эти фильмы, и они сейчас в прострации, потому что они по 5, по 6 месяцев, начиная с сентября прошлого года, готовили гигантские фильмы для выпуска, но сейчас работа над этими фильмами по понятным причинам из-за войны в Украине заблокирована. Потому что сейчас, конечно же, ну кому интересны российские тюрьмы? Хотя это как раз был один из важнейших элементов, которые помогли бы разоблачить этот бесчеловечный режим. Мы вернемся сейчас к этому, потому что у меня последние три вопроса. Я один хотела просто уточнение сделать. А правильно я понимаю, что вот тех подрядчиков, которые не были встроены в схемы, их убирали в том числе с помощью фиктивных уголовных дел, с помощью обвинения в каких-то там изменах и так далее. Ну, практически сажали тех подрядчиков, которые не были в схемах. Да, абсолютно. Да вот самый прям очевиднейший пример, который знает огромное количество людей в России, это судьба того же Валерия Анатольевича Пшеничного, которого российские СМИ называли русским Илоном Маском. Его сын Денис Пшеничный, он уже несколько лет здесь рядом со мной, мой коллега, мы вместе с ним сделали New Dissidents Foundation, мы делаем ГУЛАГу, нет, его папу арестовали в январе 2018 года, и через 2,5 недели его тело было обнаружено в угловой пресс-хате питерского СИЗО номер 4. И это человек, которому было 56 лет, который был предприниматель, крупный налогоплательщик, который создал самое успешное в России бюро 3D-моделирования, и они делали 3D-модели и кораблей, и подводных лодок, и единственной в мире плавучей атомной электростанции. Это такой был мегамозг, который старался оптимизировать процессы. Так вот, когда он придумал оптимальное решение для 3D-изготовления 3D-моделей подводных лодок проекта 636.3 класса Варшавянка, и он сказал, что ему государство предложило госконтракт на сумму в 1 миллиард рублей по каждой подводной лодке. А он сказал, что я добровольно сейчас снижаю стоимость контракта, и с помощью французского программного обеспечения мы сейчас сделаем так, что я в этот госконтракт сделаю вам 3D-модели всех 6 подводных лодок, которые уже работают, которые на стапелях, в том числе там одна предназначалась для Китая, для вооруженных сил Китая. И когда он сказал, что я сейчас все это сделаю как бы подешевле для бюджета, те люди, которые контролировали в Министерстве обороны и в ФСБ распределение этих госконтрактов, они им сказали: Валера, не надо,
не надо, мы по каждой подводной лодочке с тобой проведем по миллиарду. Ты все это сделаешь, а разницу нам там, на Западе, отправишь. На что Валерий Анатольевич, как патриот, как предприниматель, как налогоплательщик, как человек из семьи, которая династиями, там два поколения семьи, которые работали на подводный флот, на создание вот этих вот самых больших подводных крейсеров, которые носят в себе боеголовки. С которых нас сейчас бомбят калибрами из акватории Черного моря. Нет, это средние и малые, те большие, которые с ядерными стратегическими вооружениями, которые плавают, самые большие, я просто название забыл. Так вот, это человек, который из семьи, которая создавала подводный флот. Он говорит, да нет, я не буду этого делать. Я не буду участвовать в этих коррупционных схемах. Как бы я... И он направил за своей подписью ряд писем руководству Минобороны, в которых он сказал, что... Он предлагает разработать и сделать все эти шесть моделей для подводных лодок, 3D-моделей, в эту стоимость. Еще и за эти деньги сделать какие-то передвижные контейнеры с огромным количеством экранов, где один контейнер отправляется к сломанной подводной лодке, другой стоит на заводе, и они в режиме онлайн, те, кто делает детали с подводниками, обсуждают, как это очень быстро отремонтировать какую-то подлодку. Человека убили, запытали, с ним совершили самое страшное, что можно себе только представить. Человеку перелом на огромное количество костей. Человек, извините за выражение, судя по тому, что у него была обнаружена сперма, в общем, везде. Там человек, скорее всего, подвергся страшным мукам и унижениям. Перед огромное количество электрометок, электротоков. То есть этого человека, а он был сильный такой, рослый, высокий мужик, его убивали. Убивали несколько часов подряд самым страшным образом. И потом видеозаписи с камер видеонаблюдения исчезли. И потом чекисты приложили в материалы уголовного дела огромное количество нарезки, где они сами обрезали дату и время видеофайлов. И дальше институт ФСБ выдал заключение, что якобы видео без видеомонтажа, хотя там даже даты и время были обрезаны. То есть чекисты его убили. И убили за то, что он отказался помогать им похищать еще 5 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации. Убили патриота за патриотизм, за нежелание участвовать в коррупционных схемах. И для чего они это сделали? Для того, чтобы показательно запугать всех остальных предпринимателей, которые работали с Министерством обороны, что если ты откажешься работать с нами по этим коррупционным схемам, дальше тебя не просто там будет СИЗО с VIP-камерой, а тебя будут ждать вот эти страшные муки и убийства. Вот что они сделали показательно, для чего они пошли на это вероломство, и до сих пор вот 4 года прошло с 4 февраля 2018 года, когда Валерия Анатольевича запытали и убили эти сволочи. До сих пор нет ни одного обвиняемого по уголовному делу, не нашли, потому что это была спецоперация. И есть еще целый ряд примеров, где предприниматели, которые строили, возводили и работали честно, их сажали по надуманным причинам. А наоборот, те, которые уже приходили на все готовое по этим госконтрактам, получали по новым шифрам в полтора раза больше денег, при том, что уже все построено, эти предприниматели на свободе. Они вместе с Тимуром Ивановым друг другу там медали, ордена выписывают и так далее, и так далее. Потому что это мафия, у которой в руках огромное государство. Я так понимаю, что также через Тимура Иванова шло вот это строительство городов в Сибири. И здесь у нас есть, по данным западных СМИ, которая была опубликована перед войной, еще вот в газете «Бильд», я помню, была статья, где они говорили, что несогласных украинцев будут переселять куда-то там в лагеря в Сибирь. У нас есть пост вчерашний, по-моему, Прилепина, депутата Госдумы Российской Федерации, где он сказал... Понятно, почему Шойгу предложил идею строить новые города в Сибири. Потому что туда мы будем отселять украинцев для эффективной денацификации. Не найти лучшего места, чем Сибирь, и это коснется 1,5-2 миллионов человек, как они думают. И у нас уже начали пропадать люди в Мариуполе, в Чернигове, ну, в пригороде Чернигова, там, где смогли зайти русские войска. Начали просто исчезать люди, и их начали перемещать в Россию. Этим строительством городов занимался Тимур Иванов, как я понимаю.
Знаете, по поводу городов, это отдельная информация. Мы сейчас с точки зрения того, как строили, как похищали и что из этого реализовано, что из этого отложилось, мы сейчас будем отдельно делать сюжеты об этом. Это лишь сейчас в стадии проработки, я не готов комментировать. Но с точки зрения того, что есть информация, что несогласных собираются перевозить, как говорится, да, на материк, так же, как они делали с Крымом. У нас, например, вот тот же самый там Павел Шеремет, один из самых известных пострадавших заключенных в Саратовской ОТБ-1, стал одним из первых пострадавших, кого наши адвокаты, коллеги начали защищать. Это крымчанин, которого просто сначала выдали ему документы и сказали, ты теперь россиянин, а потом его отправили в Саратов, здоровый, крепкий бугай парень, с достоинством, с определенными жизненными устоями. И там его там насиловали, били и пытали, значит, и так далее. Да, есть информация, что вот они действуют такими, ну, чудовищными, бесчеловечными методами, что они помимо воли людей, против их воли, они используют незаконные, это, конечно, незаконные методы. Вот то, что там сейчас росгвардейцы и там, в том числе там, сотрудники Росгвардии, которые являются там, Кадыровской гвардией, да, которые по документам же это как Федеральная служба войск Национальной гвардии. Хотя, ну, понятно, по тому, как они разговаривают, как они там действуют, половина из них – это такие, знаете, заградотряды, которые используются как раз в том числе и против мирного населения, и против тех ребят военных, которые просто бросают автомат и говорят, да нет, ну куда там, я дальше не пойду, что мы там творим, это действительно, мы теперь фашистов превратились. Вот для этого, как бы, знаете, ведь там же как сейчас помогают, раз уж я заговорил на эту тему, извините, позвольте мне одну минуту, я вот смотрю сейчас, когда Кадыров с его бригадой, вот они так горцуют, что-то они зачищают, кадыровские люди и вот эти вот росгвардейцы, нацгвардейцы, они заходят на территории, которую уже российская армия как бы вроде как взяла под контроль. То есть они уже, они не вперед идут, а они идут на то, где уже освобождено. А потом ходят по пустым деревням, где мирные жители, и имитируют, что вот они сейчас что-то там обеспечили. А в реальности, то, что нам сообщают источники, у них две функции. Первая функция – это выявление, подавление воли. И те, которые там проявляют волю, которые там не готовы там кричать, что Ахмат якобы там сила и так далее, значит, вот они их берут, и что они с ними делают там, можно только догадываться по тем кадрам, которые публиковали про пытки в Чечне, там, про насаживание там на бутылку, про вот эти вот какие-то унижения. Но то, что там те, которые со своим там духом, который говорит, да нет, вы здесь на чужой земле, там, убирайтесь вон. Понятно, что те люди подвергаются там пыткам, задержаниям. И, скорее всего, то, что у нас информация поступает, часть из них этапируется на территорию России абсолютно незаконно, а часть из них выдворяется в те учреждения Департамента исполнения наказаний Минюста Украины, которые сейчас находятся во власти российских военных. То есть сейчас для чего они вот там часть тюрьмы освобождали, брали под контроль, захватывали? Для того, чтобы использовать их для закрытия в камеры вот этих вот несогласных. Поэтому здесь, помимо того, что сама по себе вот эта война, это военные преступления, это вероломство, это абсолютно незаконная история, которую сейчас творят путинские военнослужащие, они нарушают законы. Вот. Но помимо этого, меня как правозащитника еще волнует то, что сейчас огромное количество украинцев задерживаются абсолютно незаконно, без каких-либо правовых оснований, сотрудниками российских спецслужб, в том числе там российской вот этой национальной гвардии, так называемой, потому что у них нет никаких правовых оснований действовать на территории Украины и уж тем более кого-то там задерживать, надевать наручники, сажать в камеры. Но сейчас в целом это вот такая это территория без права, без международного права, без закона. Они там творят беззаконие. А с точки зрения украинского уголовного кодекса, конечно, они там похищают людей, незаконно задерживают. То есть там целый букет статей, и я просто уверен, что в последующем все это должно быть расследовано Генеральной прокуратурой и следователями Украины. Генеральная прокуратура регулярно заводит дела по этим похищениям, и поэтому у нас очереди в территориальную оборону мужчин, которые готовы взять в руки оружие и защищать
потому что мы понимаем, чем для нас, для всіх це може закінчитися. Дякую, Володимире. Нагадаю, що це були хроніки війни з Тетяною Поповою. Сьогодні ми говорили про 34 дні війни з Володимиром Осечкіним «ГУЛАГу.нет». Підписуйтеся на канал «Ісландія», підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на канал «ГУЛАГу.нет», також на мій телеграм-канал. Побачимося завтра.